Я приветствую вас, друзья мои. Меня зовут Дмитрий. Эта игра называется Maze. Это некая фантастическая история про медвежонка, который гуляет по кукурузным полям, ищет какие-то, не знаю, что-то он ищет, я не знаю, что он ищет. Так что она довольно-таки старенькая, 2 года уже, и почти, ну, уже 19-й год наступил. Всех с прошедшим Новым годом. А мы давайте посмотрим, что это такое. Я давно хотел ее поиграть, но как-то вот то забываю, то не забываю. Все-таки поехали. Странно, что нет звука. О, есть. Все-таки есть. Это инди-проект. Так, use VSD. Окей, давайте юзать VSD. Так, чего тут у нас? Чего? Чего мы тут делаем? Это квест, кстати, на птичках. Это довольно неплохой квест с очень странной историей. Так что мы с вами ее пройдем. Не знаю, сколько серий займет прохождение. Серии, наверное, будут длинными. По 40 минут, наверное, точно. А там разберемся. Давайте играть. Все по пути рассмотрим. Нет, насколько я понимаю, все-таки я медведь. Потому что, судя по трейлерам, там был медведь. И кукуруза. Медведи, они, по-моему, не едят кукурузу. Ну так-то ладно. Значит, мы не будем есть кукурузу, мы будем... Хотя я очень люблю кукурузу вареную. Прям я бы, наверное, каждый день бы ее ел, если бы не природные явления, которые не дают кукурузе расти целый год. Что я несу, боже мой, заткнись, Димон. Так, что тут у нас? Пока... Серьезно? Че это? Что? Open door, панель. А, нету. Нету. Мне рука нужна? Мне ж... Ёб твою мать. В смысле? Ну, началось. Ладно. Странная потайная дверь какая-то. Хорошо. Интересненько. Пресс Escape. Что? Ага, понятно. Это нас обучает. О, домишко. Ой. Не знаю, когда мы были маленькими, мы все, наверное, любили ходить по таким полям. Ну, либо искусственно созданным коридором, типа лабиринтом. Что это? Q? Пресс Q, но у меня ничего, я нажимаю, но ничего не происходит. Вот я лично очень сильно любил бродить по таким лабиринтам, типа, пускай даже кукурузным лабиринтам. Ну, это давало такую возможность побывать в шкуре какого-нибудь разведчика, я не знаю, шпиона, потому что так это я обратно иду. Я могу бегать? Прекрасно, это уже хорошо. То есть все хотели быть разведчиками, по крайней мере, пацаны. Или шпионами, или суперагентами, или еще кем. Так, я не понимаю, где выход. Я иду куда-то, но пока не понимаю, куда. Кукурузный лабиринт. Господи. Ой, ой. Наверное... Ну, это не хоррор. Насколько я помню, это не хоррор. Музыка? Еда? Что это? Я забрал что-то. Это что? А что? Как я? Подождите. А как... English muffin? А, это то, что у меня в руках? Так, в смысле? Не понимаю пока. Пока ничего не понимаю. Стулья, еда и маффины. Табуре... Что такое? Что происходит?
Ладно. Разберемся. Графика неплохая. Для 2016 года и для инди-проекта это очень даже неплохо. Я уже вижу вон дом. Пока очень все странно. Это что такое? Ага, указатель. Коробки. Так, а это забаррикадированный проход. Ну, как бы коробки можно пнуть ногой, наверное. Почему нет-то? Это же все-таки картон. Не очень понятно. Ладно, пошли. Маки. Зачем мне маффин? Не люблю я всякие кексики вот эти. Я люблю обычный, нормальный кекс. А, маффины? Подожди, маффины. Это блин. Это блин. Ну, это... Разве маффин это называется блин? Нет. Непонятно. Как пробраться туда? Кто мне расскажет? Вот сюда идти надо. Черт возьми. Press space to... Что? А, прочитать. Нихера. Это что такое? Письмо. Подождите, а как... Как прочитать его? Welcome note. Это приветственная записка. Ну, а как прочитать-то ее? Подождите. Никак. Ctrl, Alt, Delete. Как прочитать, я вообще не понимаю. А, вот, справа. Я же не вижу ни черта. Так. Записка. Что-то написано, но я не понимаю. Это все на английском. Я еще имею проблемы с как бы восприятием обстановки. Смотрите, какой-то мужик. Это хозяин места, хозяин дома. Здравствуйте. Ой, какая красота. Это мужчина. Это мужчина, который что-то... Ну, атмосферка неплохая, кстати, потому что это вроде бы как даже и не хоррор, но... В смысле, пугает. Пугает атмосферка, пугает. Честно, откровенно говоря, пугает, ребятки. Мы уже с вами 10 минут, практически 10 минут ходим по этим коридорам. Ну ничего, мы же никуда с вами... Почему я постоянно ношу с собой маффин? Что за бред? Маффин, что за название маффин? Как майфун, но маффин. Ладно. Пойдемте. Машины, смотрите. Как Делориан. Практически машина времени. Тут можно обойти, наверное, да? Давайте сначала обойдем дом, потому что ну его нафиг, эти сюрпризы. И главное, никого нет. Главное, понимаете, не... Сова. Что это? Нельзя зайти. Хорошо. Опа, клетка. Открыто? Это очень непредусмотрительно. Сюда могут залезть дети, запутаться в, не знаю, в чем-нибудь. Курятник какой. Опа, здравствуйте. Ха-ха! Я нашел ключ. Прикольно. Так, окей, один или два. Окей. Я нашел ключ. Это уже прогресс. Ничего себе. Это что? Это кормушка. Это кормушка. Это реально, да? Это либо курятник, либо не знаю еще что. Что еще может кушать в огороде еду? Куры, гуси, лебеди. Не знаю. Вода. Да, это курятник. Наверное. А может лебедятник. Почему лебедятник? Я не знаю, почему лебедятник. Почему мне в голову взбрело лебеди сказать? Но тем не менее. Ненавижу всех этих... пернатых. Так, открывай. Как тебе открыть? А никак. Опа, там что-то есть. Мясорубка? Серьезно? От чего ключ-то? От входа, наверное. Просто, наверное, от входной двери. Мне интересно, что там за хрен? Хренотень. Ладно. Так, это что? Качелька. Качелька. Тут можно сидеть с любимой девушкой и качаться на качелях. Только единственное, что будет биться об спинку качельки. Либо вот так вдоль. Ладно. Хорош!
Здравствуйте, товарищи. Это я зашел. Закрой. Она не закрывается. А как фонарик включить? Фонарика нет. Его просто-то, я же ничего не увижу. Глобус? Что-то... Это что? Записка. Еще одна записулька. Это какой-то счет? А, это инвойс. Это входящая сверка. Это какое-то входящее сообщение. А, это оплата. А что? 2500 долларов за что-то? Или рублей, чего-то. Мы же играем, скорее всего, не за рубли, а за доллары. Так что это что-то как-то дорого, мне кажется. Давайте искать. Это квест. Мы будем сейчас разгадывать какие-то, наверное, загадочки. Вот. Эту серию посвятим именно этому месту. Потому что... Так, это что? Петушиное что-то. Это олень? Или кто это? Петух? Так, читать я оставляю вам вот эти вот паузы, чтобы вы могли перечитать все это и, может быть, понять и мне в комментариях объяснить, что здесь происходит. Потому что мне, кто меня смотрит, знает, что сейчас мне очень не легко читать и вообще воспринимать информацию из экрана. Потому что как-то вот, ну вот, вот как-то так, сука. Это что? Ящик забрал. Теперь у меня вместо маффина в руках ящик, да, постоянно? Что это? Ванна. Опа. Пробка. Хорош. Пробка. Так, окей. Пробка заткнул. Чего это? Что я взял опять? Нож. Так, нож. А, это нейл. Это нож. Подожди, серьезно? Это подстригать ножницы. Ой, ногти, господи. Да, это ножницы, подстригать ногти. Ну, как бы не ножницы, а какая-то такая штучка специальная. Так, ладно, мы сюда пока ничего не можем вставить. Это, скорее всего, вода. Это, скорее всего, водой наполнить что-то надо. Так, а тут что? Ничего нет. Опа, клей? Что это? Да? Это клей? Не успеваю прочитать реально, что там написано. Я не знаю, что это за... Это порошок, может быть. Ладно. Так, здесь что у нас есть? Очень много сразу наваливают на нас информации в плане вещей. Какая-то странная... Ага, так вот, это ж панелька. Реально, это панелька. Она высвечивается, вот, что-то как-то... Ну ладно, давайте разбираться. Это квест все-таки, да, это квест, но это не Харарюга. Это не Харарюга, и это хорошо. Хотя я хотел, конечно, Харарюгу. Так, идем на второй этаж. Идем на второй этаж. Я бы поиграл в Харарюгу неплохую. С такой графикой даже можно и в Харарюгу поиграть. Игра на максималках идет, и, естественно, она на максималках идет, потому что она... Это чего? Что это? Тю, что-то надо разместить здесь. Написано что-то place, ля-ля-то-поля. Ух ты, коробки везде. Коробки просто везде. Коробки там, коробки здесь. Это не открывается? Нет, не открывается. Интересненько. Так, это что? Коробки, 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 коробки. Я что-то пропустил. Теперь надо все, что я нашел, начинать уже надо как-то связывать друг с другом. Потому что есть пробки, есть пробка, вставленная в раковину. Есть пустая раковина, которую нужно наполнить. Есть непонятно какой-то постамент, на который, видимо, нужно залезть. Или что-то сделать. Но пока я ни хрена не понимаю. Подожди, может маффин положить? Коробка. Фруктовый чего-то там. А, так подожди. Это кукурузное что-то. Масло, наверное. Это масло. Но я не могу ничего сюда применить. Реально, может ножницы? Нет. Непонятно пока. Непонятно.
Здесь ничего не применяется. Здесь. Тут все как-то пусто. Хотя я нашел уже до хера всего интересного. Пока не понимаю. Я пока не понимаю. Что здесь надо сделать? Там у нас вон этот хранилище для зерна. А это что, дым? Еще вон домик. Ничего себе. Опа. Что это? Что это такое? Это что за хрень? Это для волос штучка. Бобби пин. Невидимка, получается, да? Невидимка. Только нахрена она мне нужна? Нахрена мне невидимка, я извиняюсь за выражение. Так, подождите, невидимка. Я с невидимкой в руках, да? Давайте тыкать, потому что тут по-любому надо тыкать. И, скорее всего, тыкать надо где-то внизу. Здесь уже... Здесь уже больше ничего нет. Пойдемте вниз. Невидимка. Невидимка, невидимочка. Так, здесь точно ничего нет? Тут темно и ничего не видно. И, возможно, я мог что-то пропустить. Так. Что себе сюда вставить? Нет, это все не сюда. Это все не сюда. Сюда ставить, может, палец надо? Ага. Но она неактивная. Не знаю уж, что тут делать на самом-то деле, но тут явно что-то открывается. Явно что-то открывается. Я все обсмотрел? Весь дом? Так, это что такое? А почему не дверь не открывающаяся? Кто мне может объяснить? Кто мне может объяснить? Я не понимаю. Так, это что такое? Это сова... Поломанный горшок. Ну, неплохой дом, на самом деле. Большой, интересный, вкусный пирог. Опа! Маслом наполнил. Да хорош. И чё? И чего это? И что? Хорош. Так, ладно. Маффин. Так, маслом наполнил. Масло исчезло. Уже лучше. Что я мог здесь сделать? Так, тут активно только сама раковина. Присесть я... Присесть я могу. Только зачем? Так, маслом я зап... Я пока не понимаю, что мне здесь надо сделать. Какой-то жестокий замысел этой игры. Так, это хрень. Ну, нож, окей. Подожди. Нож. У меня есть нож. Так, а зачем я туда засыпал все-таки масло? Залил. Пока не очень понятно. Что-то жарить в раковине, но это глупо. Это что-то... Что-то надо сделать, чтобы что-то произошло. А что может произойти? Если я залью в раковину масло. Ничего не пропустил точно вокруг дома. Ключ я забрал. Это я забрал. А вот там дверь. А там дверь. Это дверь. Это дверь, смотри. Это реально, это вон дверь открыть. А, и она изнутри открывается. Подождите. Видали, она изнутри, вон. Она изнутри открывается. Хорош. Так. А почему эта дверь закрыта? Почему она закрыта наглухо? Наглухо почему закрыта? Что здесь происходит нахер? А? Это что такое? Нарисована дверь. А, это дверь, та дверь, которую я уже... Опа, это... Под этим что-то есть? Нету? Тут я не пролезу, нет. Так, погодите. Все-таки там есть проход. Реально есть проход под... Где-то там, где, я же говорю, открывается дверь.
И как-то эту дверь надо открыть. Где вход в подвал? Так, ну здесь ничего не работает. Я слишком много разговариваю. Это не работает. Что со сковородкой делать? Сука, выжималка, сковородка. Тут оно что-то, понятное дело, вставить. Странно. Ну вот же дверь, это 100% дверь. Опа. Надо было при... Что я сделал? Серьезно? Подожди. Проход. Ха-ха. Хорош. Что это? Что за... Вот, смотри, открывай. Вот эту вот елду. Так, отличненько. Это я открыл, прекрасненько. Пустили воздух свежий. Хотя здесь и так, в принципе, щелей полон дом. Так, что-то должно быть. Не просто так сюда меня пустили. Это что-то здесь должно лежать и валяться, сидеть, стоять. Стоять это хорошо. Так, это непонятно что. Опа. О, батарея. Или что это, ток? Лицо страшное. Что это такое? А, что пропустил? Предохранитель? Предохранитель нужен, серьезно. Я предохранитель не находил. Странная хренотень. Я не находил предохранитель. Это плохо. Я не понимаю пока, где он может быть. Подождите. Вытащить с лампочки? Нет, там нет предохранителей. Интересно, предохранитель. В любой инди-игре есть предохранитель. Есть, всегда. Так, хорошо. Ну, пошли через выход. Новый. Раз, 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 раз. Так, отлично. Окей. Фу. Ну, нам в этой серии с вами нужно разгадать загадку этой мясорубки. Что там нужно? Или этого дома полностью? Ну, как бы не полностью, но надо. Давайте пройдемся сюда, посмотрим, что здесь есть. Потому что сюда мы не ходили еще. А там уже нечего делать. Чем постоянно на Кьюми говорит нажми? Ничего там нету, я нажимаю. Опа. Интересненько. Сортир? Это сортир. Ой, тут много вещей, что это? А... Есть. Ржавый гвоздь, хорош. Ножницами достал. Кирпичик достал. Зачем, непонятно. А, ну гвоздь и камушек, это что-то забивать, наверное, видимо. Сейчас посмотрим, я не понимаю пока. Просто пока не понимаю. У меня пока в голове не складывается пазл. Понимаете? Не складывается пазл в голове. То есть то, что у меня есть, то, что я понаходил, ну, я пока не понимаю. Не понимаю, извините. Не понимаю. Сейчас вставим гвоздик. Куда можно вставить гвоздик, интересно? Только в мясорубку? Смысл какой? Какой смысл? Пока никакого смысла не вижу. Тут я где-то здесь все смотрел? По идее смотрел. Да, тут я все смотрел. Тут ничего такого особо нет. Все, что здесь можно, могло быть и было быть, я уже все забрал. Так, но мне нужен предохранитель. Понимаете? Предохранитель. Предохранитель. В каждой инди-игре есть предохранитель. Я вам уже это говорил. Так, окей. А, подожди, может предохранить... Это... Может быть, гвоздик ставить, предохранитель, замкнуть нахер? Да. Да. Гвоздем мы замкнули. Ничего себе. Ничего себе мозг. Ничего себе мозг. Хорош. Димон, красава. Так. Сохраниться как-то нет, нельзя. Она, видимо, как-то сама сохраняется. Что я сделал? Что я сделал? Я включил электричество. Что-то тут еще можно сделать? Нет. Я включил электричество. Надеюсь, оно не выключится. Потому что... Хотя, а что оно будет выключаться? Это же гвоздик. С ним ничего не будет. Он просто может раскалиться до красна. И все, и ничего страшного, в принципе, не произойдет. Так.
Это я включил. Это ручная. Она не работает, ее надо руками крутить. Электричество здесь никак не влияет ни на что. Так, ага. Я включил свет, теперь я могу видеть какие-то вещи, которых я раньше не видел, видимо, да? Типа того. Скрипты, все дела. Так, книжки, коробки. Слишком много книг и коробок. Тут какой-то умный человек живет. Жил. Или живет. Это когда что такое? Ну, это не кровь, это кто-то вытирал рот. Рот вытирал кто-то. Какие смешные. Так, окей. Смеяться не будем над больными людьми. Так, это колонки мощные, мощные. Кто-то любит музыку здесь. Кто-то здесь любит музыку. Ладно. А, ну, здесь... Тут ничего нет. Пока здесь ничего не изменилось. То есть я включил свет, но ничего здесь совершенно не изменилось. Но что-то должно было поменяться. Однозначно. Однозначно что-то должно было измениться. Зачем же я свет включил? Кто мне скажет? Зачем я включал свет? Кепка зеленого цвета. Ладно, пошли наверх. Ну, здесь тоже особо ничего не меняется. Тут может быть просто ногами, может прыгнуть. А, это кирпич. Ничего не меняется вообще. То есть я включил свет, и толку от этого никакого нет. Я включил свет, а толку нет. Что мне делать? Что мне быть? Как мне все это заставить работать? Непонятно. А это тоже никак. Это тоже не... Это нигде, это никак. Это ни почему. Так, ну это надо явно толкнуть. Это 100% надо типа залезть толкнуть. Ну мне кажется. Деревянный шкаф. Ну хорошо, деревянный шкаф. Придурки, как мне вас толкнуть? У меня всего три вещи. У меня невидимка. Нахрена она мне нужна, невидимка эта? Непонятно. Я пока не понимаю, ребятки. Проматывать я, скорее всего, ничего не буду. Как оно есть, так оно есть. Да, будет скучно то, что я хожу долго, ищу. Ну, это игра. Она такая и есть. Раньше я все это дело перематывал, проматывал. Может быть, что-то и перемотаю, обрежу, там, чтобы вы не мучились. Но, скорее всего, ничего не буду я обрезать. Как она есть, игра, так и она и есть. Мы полчаса, в принципе, за полчаса довольно много понаходили, но пока... Так, я уже понял одну вещь, которая здесь работает, что тут надо наклоняться, чтобы что-то сделать, правильно? Иногда увидеть. Чтобы что-то увидеть, нужно наклониться. Поэтому надо чаще наклоняться, ребята. Так, это какие-то везде бумажки, вымазанные кетчупом, я не знаю. Что еще? Кровь вряд ли. Тут нету никаких следов борьбы, ничего такого нет. Да нет, тут нельзя. Прыгнуть на шкаф и уронить его нельзя. Дверь не закрывается. Непонятно. Окна не открываются. ХЗ. Пока непонятно. Надо просто внимательно смотреть везде. Но я невнимательный до безумия. Поэтому это тяжко. Либо сходить еще куда-то. Потому что здесь я уже все обчистил. Тут уже ничего, нечего вообще делать. Я уже все обсмотрел, все сделал. Совершенно нечего тут делать. Просто совершенно нечего. Возможно, нужно куда-то в другое место сходить. Пойдемте сходим в другое место. Где здесь у нас другие места? Там было место, где коробками перезагорожена улица. Возможно, она теперь не перезагорожена. Смотрим.
Опа. Серьезно? А, нет, YouTube, я думал, здесь коробки стояли. Ну, тут коробки так и стоят. А кирпич где? А кирпич где? А кирпича-то у меня нет, подожди. Я не понял сейчас. А где он? У меня он есть, но его нет. В этом. В инструментах. Вы представляете? Я, может, думал кирпич кинуть. Ладно. Ящик. Ящик, ёб твою мать. Может быть, ящик поставить надо? Ёбаный свет. Подожди, ящик. Ящик. Мне же в руках ящик, дебила кусок. Ящик, ящик. Мы все любим ящик. Ящик. Мы любим все. Ну, если... Я тебе говорю. Так слышно. Я тебе говорю, это ящик надо поставить. Или нет? А я ящик ставил. А, так ящик нарисован, ёбаный. Ха-ха-ха. Идиот, чертов. И что? И что? Поставил я ящик, и чё? Так, погоди. Сейчас въебу. Ящик я поставил. И что дальше? Не понял. Сейчас. Ну. Толкать? Нет. Я пока не понимаю. Подождите. Ну это ящик. Явно на него надо залазить. И чё? Хорошо, ящик я нашел. Я его поставил. Что мне еще надо сделать с этим шкафом? Он должен, по идее, упасть. Чтобы мне открыть дорогу куда-то. Только зачем? Там ничего нет. А, там дверь. Там дверь, там есть что-то. За этой стенкой есть что-то. Понимаете? Да, есть. Но я здесь не пролезу ни там, ни здесь. Только я не понимаю, у меня ящик стоит. Но ничего не происходит. Может быть. Ничего не происходит. Непонятно. Может быть, съесть маффин? Странно. Я не понимаю. Хорошо. Ящик я поставил, но ничего не произошло. Хорошо. Поставил ящик. Убираемся отсюда, значит. Я не знаю, что делать. Пойдемте дальше. Обследуем. Может быть, реально где-то что-то открылось? Но здесь закрыто до сих пор. Может быть, коробку еще кому-нибудь поставить сверху? Нет, нихера. Тут нельзя ни открыть, ни закрыть. Так. Очень странно. Может быть, что-то появилось все-таки, а я не заметил. Где-то, может, что-то появилось, что-то лежит. А я просто тупо по состоянию здоровья не вижу что-то, чего-то. Ну, ток вряд ли трогать мне надо руками. Булочков много. Булочков. Ток я его трогать что-то не очень хочу. Мне кажется, его и не надо трогать. Правильно. Ух ты, хороший новый стеллаж. Плохо, что фонаря нет. В некоторые уголки комнат можно было бы заглянуть с фонарем. Это что такое? Это что такое? Она как-то выделяется, но не особо активная. А, доска, доски. Я не знаю, что еще можно. Что надо сделать, чтобы толкнуть шкаф? Прыгнуть на него. Но я не могу прыгнуть на него, потому что я... Нету такого действия, прыгнуть на шкаф, чтобы его уронить, понимаете? И здесь, в принципе, ничего такого особо нет.
Здесь, вот что здесь я нашел? Я тут только включил свет. Что мне дал свет? Ничего. Возможно, я что-то не заметил при включенном свете, что появилось. По-моему, ничего я не брал. То есть я включил свет, электричество включил, и все, и ничего я не видел. Картофан. Похож на утенка. Вон, видите, глазки. Только без носа. Вот еще вот эта мясорубка меня настораживает. Что мне с ней сделать? Нет, ничего не происходит вообще. Просто нифигашечки. Просто нифигашечки не происходит, понимаете? Ну вот что здесь делать? Вот с этим маслом что можно делать? Вот я не понимаю. Есть масло. Раковина с маслом. Что мне с ним делать? Есть какие-нибудь идеи? У меня нет. Пожарить картошку фри? Ну, кукурузу можно пожарить. Может быть, кукурузу реально взять, перемолоть? Опа. Какого хрена? Диск! Ха! Это я... Это как? А как я не заметил? Я же говорю, вот... Бляха-муха. Подождите, диск! А это что за комната? Она была? Геопоросоты. Или я ее не заметил? Или я ее не видел? Или я ее не запомнил? Так, ну здесь ничего такого прям нет в этой комнате. Чтобы я пропустил. Ну диск, диск. Что же диск? А что мне с диском делать? Подожди. Интересно. С диском. Что диском делать? Ну-ка, подожди. Так, ну в этот мясорубку он не суется. Диск. Ты серьезно? Диск. Так, диск. А что можно диском с диском сделать? Тут такого нет. В раковину не суется. Сюда он не суется. Диск. Подождите, диск. А куда можно вставить диск так, чтобы он куда-то мне пригодился? Так, это прикольно. Это прикольно, что нихера непонятно. Так, очень интересненько, ладно. Идемте дальше. 40 минут практически уже серия идет. Я, возможно, чуть-чуть порежу ее, чтобы уложиться там в 40 минуточек. Так что скоро будем заканчивать. Но я пока не понимаю, куда вставлять диск. Вы понимаете? Я не понимаю. Сюда точно не надо вставлять ничего. Здесь тоже ничего не вставляется. Так, окей. Где еще можно применить диск? Кто мне может объяснить? Что за бред? Может, вставить в телевизор? Нет. Зачем вставлять в телевизор диск? Тут точно нет. Тут штучки-дрючки, а он не работает. Он вытащился и больше не затаскивается. Вот свет горит, окей. Провода. Свет яркий, вкусный, хороший. Так, это что такое? Куда можно вставить диск? Кто мне вот объяснит? Диск работает как зеркало. Ну, в смысле, отражающая способность у него есть. Может быть, что-то в этом смысле сделать? Только я пока не пойму. Солнечных зайчиков здесь особо нет. Что это? В смысле? Не здесь коробки были? Shift to sprint? Подождите, здесь коробки же были. Открылись коробки?
Коробки открылись? Коробки открылись. Реально открылись коробки. Очень интересно, очень интересненько. Здравствуйте, товарищи. Это я опять снова, это я. Да-да-да-да-да-да-да. Пустите меня, пожалуйста. Так, здесь пока я ничего не вижу. Это реально ферма. Это ферма, там куры, здесь быки, я не знаю, коровы. И больше ничего. Весы взвешивают что-то. Может быть, здесь кокаиновая... Что за бред? Я и нахожу еду. Я уже нахожу вторую коробку еды, кстати. Это какой-то типа это челлендж, найти все, всю еду. Потом мне в конце игры дадут бонус. Подковы. Слишком много подков. Кто-то хочет очень счастливым быть. Кто-то хочет быть очень счастливым человеком. Если бы так можно было, я бы обвешался подковами с ног до головы. Но это не работает. Так, дальше идем. Наверх. На первом этаже, кроме коробки с едой, особо ничего не было. Я не видел. Так, здесь... Опа, метла. Хорош. Метлу забираем. Метла, метла... О, ничего себе. Хе-хе. Интересно, это же... Похож. Это не он, но похож. Так, сюда мы... Ой, это кукуруза. Так, подожди, это, не... это прыжок. Прыжков здесь нет в этой игре. Прыжков в этой игре нет. Мы ходим вокруг коробок, мы ходим, обходим. Переходим, обходим. Опа, это что? А что это? Подожди, что это такое? А, давинчик, это бумажка. Это одна часть, одна сторона дневника. Ну, окей. Одна сторона дневничка с Леонардо да Винчи, что-то там нарисованным. Хорошо. Но зачем я ее взял? Зачем мне метла? Подождите, мне метла, нахрена? Ну, по... О, тут качки собирались. Да я что-то первый раз не заметил. Окей, здесь все. Зачем мне метла? Я не видел ничего такого, чтобы можно было подметать. Забавненько, забавненько, ребятки. Точно здесь ничего нет? Вроде все. Ну, сюда я заходил. Да, заходил. Здесь ничего нет. Ну, я в прошлый раз тоже заходил и не заметил диск, понимаете, о чем я. Поэтому тут надо смотреть еще раз. Ладно, ну, на первый взгляд ничего я не пропустил. Ну, пошли еще зайдем вот здесь. Здесь что-то есть 100%. Да, вон... хранилище, но в нем чего-то как-то ничего нет. Ага, вот еще что-то есть. Дверь. Я с метлой, если что, кому-то там не поздоровится, если на меня нападут. Так, это молния типа нарисована. Господи, там что-то далеко, я не пойду туда. Ага. Ну, это я ничего не сделаю. Ага, это можно открыть с помощью невидимки, наверное. В смысле? Ага, я ж угадал. Типа отмычка. Открывай нахер. Что это? О, телескоп. А вот и солнечный зайчик, ну-ка. Ага, он не работает. Я его забрал. То есть вот так. Я его забрал банально. Просто с банально за... Это что? Метла. Метлой подмел. Ага, и набрал какую-то хрень. Щипчики. Ничего себе. Щипчики нашел. Неплохо, неплохо. Это что такое? Это вторая часть, да? Это какой-то... Что-то какая-то инструкция, что-то типа того. Но мы нашли здесь целых две вещи, нифига себе. Три даже. Неплохо, неплохо.
Неплохо, три вещички. Очень даже неплохо. Но как-то она желтым высвечивается. Туда прохода нет. И здесь получается тупичок, да? Ну-ка. Да. А, не, здесь можно пройти, смотри. Нет, нельзя. Тут нельзя нигде пройти. Все, тут тупик. Мы здесь забрали все, что можно было. И сейчас мы на этом, наверное, будем заканчивать. Но мы сейчас в дом вернемся. Мы сейчас в дом с вами вернемся и посмотрим, что здесь можно сделать с теми вещами, которые я уже нашел. Щипцы. Ну, щипцы. Что же можно сделать с щипцами? Подожди. А ну-ка, побежали, побежали. Тут ток нарисован, молния. Может быть, тут ток. Может быть, что-то еще. Может быть, ну, стоп прессинг квип. Что? Да и не работает кви. Это отстанет меня. Опа. Ты серьезно? Ученый? В смысле? Это что такое? Это что? Ученый отложил калач копченый. Это что такое? Перчатки? Это перчатка. Нифига себе здесь вещей я понаходил. Это что? Это кусок платы. Ну, это не платы, блин. Кредитные карты, по-моему. Здесь... Тут ничего не активно. Это уже не работающая штучка, которая мне не нужна. Опа, инструменты. Они тоже не работают. Но этот ученый, конечно, да. Что-то здесь далеко дорога ведет. Пойдемте сходим, почему нет? А, это я туда пришел. Не умничай. Так, ладненько. А это что? А это коробки. Они как-то сами открываются, короче. Ну, сами по себе. То есть я что-то выполняю, она открывается. Некоторые кукурузные... или те, как их... Кусты. Они как-то странно выделяются. Так, перчатка. Подожди, перчатка это, наверное, в раковину. Ну, а что еще можно? Я не понимаю. Так, а куда идти? Это явно сюда. Где дом-то? Дом-то где? Непонятно. Сюда вроде. Туман? Тут был туман? Неясно. И неясно прохожим целый день. Так, где заливать? У меня есть что? У меня есть ничего особо нет. О! Щипцы что? А, я достал какие-то ключи? Ключи достал оттуда. А, они застряли там. Я даже не случайно просто ткнул. Нифига себе. Так. Перчатка. Еще одна нужна? Вторую нашел. Серьезно, зачем? Рука! Я руку достал. Рука это открыть дверь. Рукой открывать дверь. Рукой дверь открывать. Которая там. Я понял. Я вас понял. Как сохранить игру? Кто мне может объяснить? Тут нет сохранения. Я не понимаю, как сохраняется игра. Где проход? Где обратно выход? Выход где? С той стороны. Так, дверь. Все, вот сюда. Пойдемте посмотрим. Ну, дверь это явно... Рука, вернее, явно от двери. Потому что больше здесь руку некуда засовывать.
Как бы я бы нашел, куда руку засунуть, но это не об этой игре. Так, очень далеко бежать. Я правильно бегу вообще? Нет, неправильно. Вашу мать, опять эти лабиринты. Так, а вот сюда. Да в смысле? Вот. У меня есть рука. Есть. И диск. И какую-то хрень еще надо. Stop for a key. Слоп. Подожди, ну ключ у меня есть. Ну вот он, ключ с этой хренью. Чего идти надо? Вот он, ключ с этой хренью. Так, я не понял. Ключ с этой хренью. Ладно, давайте на этом заканчивать, ребятки. В следующей серии мы с вами откроем эту дверь и пойдем дальше. Огромное спасибо, кто смотрел. Пока-пока.